Так, дорогие друзья, сегодня мы очень коротко поговорим про игру Пойе на смартфонах. Но прикол в том, что это не Patch of Exile, а Patch of Evil. Это вот такая вот подделка, потому что разработчики из GG Games, которые, в общем-то, никак не могут сделать ни Пое 2, ни мобильный Пое, они просто упускают свое время. В это время появляются какие-то клоны. И, в общем-то, как по моему мнению, популярность игры Patch of Exile падает. Но и по остаточному принципу, по инерции, некоторые люди решили хайпануть. И, в общем-то, посмотрим еще, это у нас за Patch of Evil. Ну, а вы пока пишите, что в Patch of Exile на компьютерах происходит, что вообще какие там новые лиги, кто сейчас из блогеров популярный. Ну, а мы сейчас посмотрим Patch of Evil, дорогие друзья. Ну, как видим, графика такая стрёмненькая, но оптимизация вменяемая вполне. На бюджетках работает. Знаете, на что оно похоже? Оно больше не на Patch of Exile похоже, а похоже на Dark Souls, какой-то недоделанный. Интересно, что там с Diablo мобильным, я как-то не смотрел. Ну и, в общем-то, такой жанр игр, скажем, как по мне, он уже себя изжил. Все-таки люди хотят вот какие-то новые жанры, новые игры. Потому что это изометрическое hack-and-slash RPG. В общем-то, почему выстрелила Genshin Impact? Потому что все-таки что-то новое предложил. Да и классические шутеры никуда не делись. У меня такое ощущение, что мы тут либо были, либо оно так все такое однообразное. О, экшон, экшон начинается, паучки. Так, что у нас тут по настройкам? Это не настройки, это какая-то хрень. Не знаю, мне такой формат игр на мобилках. Ну, не сказать, что сильно нравится. Есть Dungeon Hunter 5, например. Есть там еще что-то от Game Loft. Так, нужно пополнить хп, как это сделать, я пока не знаю. Так, что у нас тут есть? Где тут инвентарь? Какая-то хрень вместо инвентаря. А вот это мы в данже получим. А где наш текущий инвентарь, никто нам подсказать не хочет. Похоже, это все. Это конец. Мы каким-то молниями запускаем. Ну, в общем, как-то странная игрушка. И нужно реснуться, либо смотреть видео, либо платить какие-то кристаллы. Но, повторюсь, эта игра такая подделка, в ней, в общем-то, смысла в нее особого играть нету. Такое было мое мнение. Всем пока.